Блин, у меня такие ПКшники стояли. Слушай, Илья, вот это редкость. Серьезно. Да. А интересно, есть тут ПКшник? А вот это что такое? А, диспетчерская связь. А прикинь, по нему заказать. Ага, вкуснятин. Да. Я видел такой прикол. Они вызвали диспетчера и говорят, да. Алло, говорите. А они, парни, здравствуйте, да, пожалуйста, картофель фри, чизбургер, гамбургер. Да. А посиди-ка еще сюда. Да. А, смотри, у них даже это же здесь написано на... Да, хим. А таких химках там, кстати, были. И у меня, кстати, в районе был один такой лифт. Да? Да. А прикинь, найти в Москве где-то такой приказник. Ну, вот это я не знаю, где точно. Вау. Да, а эти... Слушай, а что там на шахте такое? Где? Вот, видишь, как свет горит там. А, не знаю. А что тут? Так это, наверное, вентиляция. Странно. Ну, по каким-то ночам. Фу, запах какой-то здесь. С чего тут? Запах, говорю. Какой? Неприятно. Ну, этого как? Уксуса и чедис, вот такой. Да. Да. Но у меня распад, поэтому я не чувствую. А. Зачем что сказал? Что, еще исследуем? Не, застряв в лифте, я пахнет уксусом, я бы не хотел бы. Опа. Это что такое? А, он, наверное, на ревизию поехал. Лифт. Что-то приколол лифт. Ну да. Видишь, у него двери даже как-то... Да. Ты не трогал двери? Нет.